В ходе чемпионата России по греко-римской борьбе председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы Лариса Крамчакова встретилась с председателем Федерации спортивной борьбы России. В ходе свободного диалога обсуждались насущные вопросы, а также перспективы развития греко-римской борьбы. Я думаю, что такого склада характера и жизненных позиций женщины, они обязательно должны притягивать к себе вот именно такое здоровое начало, которое в себе несет. Вам вдохновляет, да, наверное, да, на подвиги, ну, замечательно, хорошо. Вам успехов, замечательно, что традиция здесь в Сибири всегда была. Ирегина я знала, потому что, да, ну, светлая, вот, да, замечательно. Поддержка была действительно то, что здесь на нашей земле, это, наверное, Мы вот разговаривали здесь, конечно, на местности есть на кого опереться, есть идея, есть традиция. Конечно, глобальные и значимые, например, в Красноярске здесь, Ерыгин, Миняшвили, Сайдей, но тем не менее, есть уровень третий, самое главное, есть огромное количество молодых людей. Наша общая задача – дать возможность его применить. Потому что мало сегодня институтов общественных, которые могли бы иметь такую привлекательную картинку, как спорт. Вот один из них – наш вид спорта. Почему его всегда? Я мало того, что я жизнь свою посвятил этому прекрасному виду спорта. Не надо скрывать то, что... среднеобеспеченных семей, наш контингент, трудновоспитуемые дети, дети из неполных семей. Это вот тот контингент, с которым он работает. Конечно, если ему сложно справиться, соединение других институтов вообще, не работает с ними. Поэтому вот такая привлекательная картина, те идеалы, которыми сегодня являются, там олимпийские чемпионы, великие спортсмены, которые себя сделали, семью, фамилию, мало того, и реализовав всегда еще экономически решили свои вопросы, точнее, для КУСКЭ сегодня государство достаточно серьезно поддерживает финансовые планы, и на местности помогает. Поэтому это сегодня стало привлекательным. Конечно, такая поддержка в вашем лице, она, в общем-то, дорогого стоит. Я надеюсь, что мы можем совместными усилиями реализовать.